Аминь. Давайте откроем с вами 1 Петра, 3 главу, и посмотрим стихи, и также разберем одну из мыслей, две из мыслей 1 Петра. Итак, третья глава, 8 стих. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно-мудры». Интересно, конечно же, все эти мысли как бы истекают из предпосылки утренних мыслей, размышлений над утренними мыслями. И вот интересно, я подумал, 8 стих, единомысленный, в целом это имеет также и значение гармонии, да? То есть настолько есть единомыслие, что это все выражается в удивительной гармонии со стороны Бога через Иисуса Христа. Как здорово, да? То есть сейчас Бог через Иисуса Христа в отношении людей находится в полной гармонии через Евангелие, Евангелие благодати. То есть мы видим эту удивительную гармонию Евангелия в отношении людей. И также второе слово — это сострадательный. Да, то есть интересно, оно в целом имеет значение симпатии. Да, то есть это слово переводится как «иметь симпатию» или же «отождествляться чувством». Интересно, размышляя также над утренним словом, и некоторые мысли также я взял из Петракона, я размышляю над этим, я подумал о Моисее, да, интересно. И когда у него было повеление от Бога, конечно же, мы видим сначала его отказ от того, чтобы идти к фараону, но затем мы видим его удивительную гармонию, да, с тем повелением и призывом, которому мы было предназначено совершить. Не, Бог совершил через него. И почему у него была эта удивительная гармония? Потому что у Бога гармония с Моисеем и в том спасении, которое у нас есть, через это мы можем находить абсолютно любую гармонию и симпатию также ко всему, что Бог имеет для нас. Да? То есть и повеления, и призывы. И мы видим с вами, как позже Моисей пошел и не мог отказаться от того, что совершалось Богом через него, а был тверд, да, в том, что Бог совершал. Дальше была такая мысль утром в отношении времени, и говорилось о том, что люди, верующие, могут размышлять, что Господь вот может быть близко. И апостол Павел так размышлял. Но, тем не менее, это не произошло в его время. И уже 2000 лет прошло. Да? Например, в свете событий, которые происходят, у нас могут быть такие мысли, как было упомянуто. Поскорее бы Господь пришел. Да? Некоторые мечтают о восхищении. Представьте, каково было Моисею в пустыне. 40 лет. Да? 40 лет. Близко ли ты, Господь? Где же земля обетованная? И доберемся ли мы туда? И интересно, на основе того, что Бог может стабилизировать наши эмоции и чувства, а как Он стабилизирует наши эмоции и чувства, об этом говорилось также и на Петраконе, что Он подкрепляет наши сердца благодатью. В данном случае мы можем сказать,
Он подкрепляет нашу внутренность своей манною, что стабилизирует наши эмоции, что мы можем находить гармонию и с местом пребывания, и также находить, что мы, нам нравится это, да, мы симпатизируем к любому месту и уже не исчисляем времени, близко ли то, что должно совершиться, или когда это совершится, но мы уже взираем на Иисуса Христа и поклоняясь Ему. Итак, мы находим гармонию ко времени, будь то 40 лет или, как упоминалось также, 120 лет строил ковчег Ной. Мы взираем на Иисуса Христа, и Он дарит нам эту гармонию и симпатию к Нему прежде всего, а от Него ко всему остальному. Также и к месту, пустыня. Да, с одной стороны пустыня, а с другой стороны, как мы с вами сказали, манна. Да, манна. И я нахожу и гармонию с этой пустыней, и мне начинает нравиться пустыня, или там, где я нахожусь, или пустыня, может быть, духовного состояния, в котором я могу пребывать внешне, но несмотря на внешнюю пустыню, я могу находить и гармонию, и симпатию в Иисусе Христе, когда Он подкрепляет мою душу своей манною и стабилизирует мои эмоции и чувства. Я нахожу, я отождествляюсь прежде всего с Иисусом Христом и с Его мыслями. И также к людям, с людьми у меня Бог совершает удивительную гармонию и симпатию к окружающим людям. И здесь мы можем сказать, что, помните, Моисей сначала, там написано в Евреям 11 главе, что он предпочел лучше поношение, иметь это поношение, чем временное греховное наслаждение в доме своей матери. Почему? Потому что в людях я тоже нахожу гармонию. Несмотря и в нашем приложении это тело Иисуса Христа. Да, то есть мы находим гармонию в теле Иисуса Христа, вне зависимости от их предпосылок и предпочтений. Как здорово! Да? Но как мы находим гармонию и симпатию друг к другу через мысли, через подкрепление, через стабилизацию, когда мы воссоединяемся в мыслях Иисуса Христа и в теле Иисуса Христа, происходит эта тайна гармонии и тайна любви друг к другу. И мы уже отождествляемся с Иисусом Христом, с Его любовью и Его любовью, которая истекает через нас, через Церковь. Как здорово! Аминь. Аминь. Да, благослови вас Господь.